распаковала наши любимых как бы персонажей. Вот Искорка сама. У нее ножки гладенькие, прям такие вот. Мордочка есть, рог, она без крыльев. Но она должна быть с крыльями. И знак отличия, если потрогать, у нее хорошенькие мягкие. И Спайк одно и то же. Лапки тоже гладкие такие вот. Как будто из глины все сделано. Вот это вот как, скажем так, как листья похоже. И, в общем, такой Спайк смешной. Я сейчас не буду, наверное, снимать, как я раскрашиваю. В следующем видео вы увидите, как я раскрашиваю этих любимых наших питомцев, героев. И всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока!